Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. В этом видео хочу показать и рассказать вам, как накрутить подписчиков в TikTok. Очень легко, эффективно и просто. В этом видео я хочу показать вам очень классный Telegram-бот, который поможет вам это сделать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями и давайте начинать. Итак, для начала нам нужно перейти в Telegram. Далее находим вот такой вот Telegram-бот под названием «Накрутка SMM». Вот имя пользователя. Также вы сможете найти этот Telegram-бот по ссылке в закрепленном комментарии. Итак, как же накрутить просмотров или подписчиков в TikTok-аккаунт? Для начала переходим в данный Telegram-бот, нажимаем «Накрутка». Далее выбираем социальную сеть, на которой мы хотим накрутить лайки или подписчики. В нашем случае это TikTok. Переходим. Далее мы можем выбрать, что именно мы хотим накрутить. Подписчики, лайки, лайки на стрим, лайки на несколько видео. Например, в моем случае это просто лайки. Переходим. И тут вы можете найти лайки быстрые, лайки с СНГ, лайки из разных уголков планеты. И все это зависит от цены. Если вы хотите качественных подписчиков или качественные лайки, то, соответственно, данная услуга будет дороже. Если у вас бюджет ограничен, то вы можете купить лайки подешевле. Давайте выберем какой-нибудь, например, СНГ лайки. Выбираем. Далее, как вы видите, у нас Telegram-бот требует ссылку на объект. Например, нам нужно зайти в TikTok, скопировать ссылку на видеоролик, на который мы хотим накрутить лайки, и вставляем ссылку сюда. Вставляем, отправляем. Далее вводим количество. Например, я хочу накрутить 20 тысяч лайков. Это максимум. Вводим. И как вы видите, Telegram-бот пишет, что у нас недостаточно средств для заказа 20 тысяч. Далее нам нужно нажать «Пополнить баланс». Нажимаем еще раз «Пополнить баланс». И теперь мы можем выбрать, каким способом вы хотите пополнить данный Telegram-бот. Тут есть все виды. Криптовалюты, Pair кошелек, банковские карты. Вы выбираете способ оплаты, вводите свои данные, оплачиваете и все. После этого вы сможете спокойно себе накрутить подписчиков или лайки в TikTok аккаунт. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Спасибо за просмотр, всем пока-пока!